Всем привет! Мы как Фанни Фо решили сходить в Сэмс вместо Костка. А вообще в Сэмсе мы не были, наверное, с тех пор, как переехали в свой дом. Мы даже случайно не отменили автоматическое продление членства и решили, почему бы нам не съездить за продуктами в Сэмс. Короче, мы идем в Сэмс. Ну что ж, пошли гулять. Прикольные такие рюкзачки. $55. Ну, такая хорошая спинка, жесткая. Такие хорошие, я говорю, рюкзаки, у них жесткая спинка, потому что здесь редко в рюкзаках спинка жесткая, потому что обычно здесь, если продают рюкзаки, как тряпочки все. Ну, наверное, нам пока не надо. Не, Жене можно было бы поменять рюкзак, но, наверное, не такой. Он слишком большой будет носить одну бутылку. Так, надо посмотреть какой-нибудь упаковочной бумаги здесь заодно. Конверты, пакеты, скотчи. О, видишь, тут есть такая бумага, Ярослав. Мы знали, что здесь есть. Иди сюда. Что, берем такую? Ну да, наверное. Ну, такая большая за $15. Я не знаю, хорошая это цена или нет. Ну, это 3М. 3М плохо не будет. Короче, взяли паковать наши статуэтки. Что еще здесь есть? Это бумага? Угу. Такая, как нам надо запаковывать? Не, ну это тонкая, наверное. А если прокладывать, может, и ничего? 10. Будем брать. Листы 24, 240 штук. Нам уже не оборачивать надо, нам надо запихивать в коробки. Берем? Да, бери. Ну все, для отправки посылок мы вроде бы взяли все. Просто пойдем прогуляемся, посмотрим, что еще здесь есть. Здесь всякие папочки, доски, фломастеры, краски, кисточки, ручки, канцтовары, в общем, одним словом. И, конечно же, тема Хэллоуина. И здесь не без исключения. Хотим себе что-нибудь посмотреть, поставить, может, надувное на фронте. В этом году у нас особо ничего нету. Есть веники за $80, как-то дороговато. Венки за $80. И костюмы 27. Алиса решила в этом году у меня быть с этим демоном. Может, себе крылья купила в Гудвилле? Надо еще черное платье. Вот. С обратной стороны машинки с пауками. Стоят $40. А куда их ставить? На камин? Хэллоуин винтаж трак. Вот есть просто такие с тыквами. Я думаю, что мы обойдемся без печенек. Этот набор для выпечки на Харви. Ну и все как-то не сильно густо, да? Не сильно густо. Ну, это все-таки еще рановато. Ты думаешь, рановато? А может, уже поздновато? Ну ладно. Что? А тут уже да. Ты говоришь, рановато. Он же елки, сани, всякие декорации рождественские. Ой, не рождественские, да, рождественские. Такие шары. Но мы пока. Мы в этом году такого не будем покупать. Нам игрушки и мишура досталось из юнита. Коврик на Рождество возьмем? Да. Конечно, возьмем. Это на улице под дверь или из дома? Такой вот цвет хороший, да?
что сейчас берем, а вот есть такой бежевый, будет сливаться, будет возле дома сливаться. Сливаться, да, $10, давай возьмем. Ну, ну что? Верхний берем, да? Можешь верхний не брать, возьми нижний. Я думаю, как пережит. Ярослав, как всегда, сканирует все это, виртуальную корзину, потом оплатим и выйдем спокойненько. Игрушки к Рождеству мы уже смотреть не будем пока что. Вот, идем, пошли за продуктами, хватит тут ходить. А то сейчас накупим обычаю. А у меня нету в списке, давай по списку. Уходя из дома, что-то Алиса мне проговорила, что она хочет какой-то себе новый пенал с бутылкой. Ее подружка купила в Walmart'е. Мы в Walmart не едем, но здесь мы какой-то нашли вот в Сэмсе. В Сэмсе это чуть выше ранг, чем Walmart, одна сеть. Вот такой ланчбокс, бутылка, и там еще контейнеры внутри, $15. Не знаю, такое Алиса хотела или нет, но мы взяли. Пусть будет, если что, куда-нибудь в дорогу может пригодиться. Хотя они ланчбокс не берут с собой в школу, но это сейчас не берут, а куда-нибудь возьмут. Так, мы тут хотели посмотреть что-нибудь нашему рыжечку. Вот это какая большая-большая упаковка Мелмикса. Она же не берет. Ну, так это цена, наверное, вообще very-very good. Что это за смесь-то? Original choice. Чикен, турки, салмон, ocean fish. Они все одинаковые, да? Ну да. Да, а он просто такой, наверное, не ест, не ест. Он больше мясной есть, чем рыбное. Но здесь курица, рыба. Ну тут смесь. Не, может такое не будет. Потому что сколько стоит маленькая упаковка, я не помню. Ну не слабо, по $6, наверное, стоит. Ну давай сейчас вечерей посмотрим. Да, посмотри. Но это не самый лучший корм, но рыжик раньше ел. Сейчас у нас фрискис рыбный, он вообще его не ест, целая тарелка ну, стоит. Ну что за фрискис? Ну там вообще фрискис. А Мелмикс как-то ел. Решение не будем брать, слишком большая упаковка, надо как-то хранить и будет выветриться. Да, несколько котов надо, оно выветрится и будет невкусным. Так, тут памперс, наверное, не надо, нам пошли сразу, наверное, туда. Вот тут еще еда кошачья есть, давай тут посмотрим. Ой, есть фрискис. Консервы? Да, консервы. У нас заканчивается. Есть такой, есть два вида. Это суфлешка, а это грейви, ну то есть подливка. Подливка нам не надо. Давай суфлешку возьмем. Он жрет их? Кушает ли наш кот такую суфлешку? Ну вроде да. А его не угадаешь. Он сейчас что-то капризный, что-то плохо вообще ест. Так, это у нас какая с этот вкус? 10 каждого вкуса. Ой, нормально. Курица. Лов рыбака, даже вся рыба, а нет, потом океанская рыба и тунец, печенка и курица, индейка и что-то еще, и смешанный гриль. Давай, бери. Такую, да? Да, бери такую, да. Получается... Вкусно не такую, да? Нет, здесь же кусочки в подливе, смотри. Не просто это в подливе, это кусочки в подливе. Что он больше ест? Суфлешки вот такие вот или все-таки мы кусочки? Такие суфлешки такие, мы ему вообще почти не покупали, только пробовать давали. А здесь кусочками или струганы? Здесь кусочками. Ну, это типа как у нас, наверное, было. Это кажется, да, да. Ну, вот потому что смотри, вот это шрец, это полосочки, это биц, кусочки, это филешечки, наверное, покрупнее, бицы, кусочки, шрец опять вот соломка. Это вот такое, как было. А может, было. С подливкой будет мягче, чем вот это вот? Может. Цена одна и та же. Да. Получается 66,7 за одну штуку. А в HEB 79 стоит одна этот баночка. Ну, давай возьмем. Слушай, по крайней мере, это консервы не дольше постоят. Да, давай. Видишь, как мы хорошо зашли. И про рыжика не забыли. Бери, в общем. И туалет заодно коту тут возьмем. А такая вот. Короче, такой вот туалет, 44 фунта, $21. 6 там упаковок, по-моему. А, 4 пакета. То рыжика заканчивается. Есть еще вон в ведре 42 фунта, а там 44 фунта. Так там 20, а здесь 12. Ну это какое-то вообще непонятное. Это местное, это такое, этого Сэмса. Ну в два раза дешевле.
Ярослав там что-то нашел. Доска разделочная? Ну. Тебе мало? Сама говорила, что надо поменять. Ну, я одну уже выбросила, да. Я не помню, почему она костка? Я не помню. В костка-то? Большая, за дверь. Наверное, нормально. Мы в костка никогда доски не брали. Мы в Икее брали доски. Ой, в Икее. Ну, я да, почему нет? Ну, бери. Она, правда, большая, куда мы в судомойку не влезет. Мы дошли наконец-то до еды. Я просто писала фрукты и овощи. Но ты нектарины ешь, калифорнийские вон есть даже, желтые. Ты будешь брать? То, что только ты ешь, тебе решать. $6, 4 фунта, 6,50 за 4 фунта. Здесь еще есть белые персики. Ярослав пошел за грушами, потому что груши есть только он. Так, а я вот думаю, помидоры такие брать. У меня еще есть дома на ветке. А тем прям упаковка такая, да, коробка. Ну, надо есть, чтобы не портились. Помидоры, я вот думаю. У меня еще есть дома на ветке помидоры, но я, наверное, что-нибудь еще возьму. Возьму, пойду занесу, Ярослава пускай отсканирует. Я несу, на. Сканировать себе. Убирай. А куда поставить? На низ? Сюда. Ой, нет, ну не так. Перцы сладкие. Берем все-таки, да? Мы решили, что вот все-таки большие перцы, пришли к выводу, что большие перцы, они более сочные, чем вот эти вот маленькие. Эти маленькие, конечно, прикольные, но те более сочные. Огурцы, смотри, как не мягкие, пощупай. Часто эти маленькие бывают это мягкие. Серьезно, быстро вянут. Да, одно, они вянут быстро. Мини-огурцы 2 фунта 3,98. Еще маленькой цветной картошечки взяли за 6,73 за 5 фунтов. Давай ананас возьмем за штуку 2,82. По-моему, в Эчмарте похожая цена была, да? Или 3 было. Вот там вообще желтые какие-то есть. А ты снизу хочешь? О, вот этот может быть. Такое совсем надо сразу есть только. Так, на, держи, тебе же надо отсканировать. Желтый киви на скидке минус доллар. Нам надо киви или мы уже ананасом пока перебьемся? Может, пока хватит ананас. Он-то на скидках, но может пока и не надо. Пойдем дальше. Немного ягод для деток. Но здесь, по-моему, органики нету. Поэтому будем брать не органику. Ягоды. А нет, вон есть органика, даже клубника. Возьмем лучше клубнику органику. Это правда помятая. Выбрать получше. Чтоб не порченая была. Ну, вроде это ничего. И малин. Да, одну. И малины возьму для Алисы. Для всех нас. И малинку возьми, пожалуйста. Вот ежевика не угадаешь. Иногда бывает. Сочная, вкусная, иногда бывает не очень. Я даже не знаю, пробовать сейчас ее не попробовать покупать, не угадаешь. Не помню, какой сезон она самая вкусная. Так, здесь голубики возьмем, наверное. А может, не возьмем. Ярослав нашел пусто, но она без заправки просто, угу, да? Просто пусто. Ну, давай, пусть будет, может, найдем. Надо ее поделить, так и завакуумировать, чтобы она не это. Думаешь? Суп пустим какой-нибудь. Потушим, если не съедим. Так, я тут уже замерзаю. Надо вот сюда быстренько-быстренько убегать. Кукуруза, грибы, виноград. Да-да-да-да-да, зубы уже трясутся. Все большие упаковки таком хочу. А? Не. Все, пошли, пойдем отсюда, холодно.
решили взять один наборчик для салата. Вот этот вот с яблоками, который 2,98. И пока нам, наверное, достаточно. Цезарь-шмезарь. Тут булки. Булки нам не надо. Пойдем дальше в мясо. Ярослав залип тут на мраморных ребрах говяжьих. 34, дорого, да? Ну, упаковка большая. Большая упаковка, конечно, еще, да. Не, ну и надо тогда делить, вакуумировать или замораживать, потому что они живут просто под целлофаном. Пока не будем, наверное, да? Если соберемся какой-нибудь пати делать, тогда можно купить. Да, пати. У нас закончился фарш птичий. Мы взяли упаковку из двух вот таких вот лотков фарша индейки за $16. Я уже даже что-то в этих ценах потерялась, или даже не знаю, дорого это или недорого. Но дома фарша нету птичьего, поэтому берем. Куриные запчасти. Что мне надо? Что мне надо? Можно было бы взять немножко грудки, ножки, крылышки. Только что взять, не знаю, какой фирмы. Так, 2,98 за фунт. Как-то большая, я бы поменьше взяла. Может, поменьше нету? Пойду пройдусь, посмотрю, что тут есть. Так, еще у меня в списке были свиные отбивные. Вот они здесь, упаковочки. 6 таких вот отбивнушечек, около $10. А за фунт, то есть за полкило, цена... Потеряла я. 2,68. Вот, за полкило 2,68. Так, это у нас что? Это у нас крылья и ноги. Это много, я хотела поменьше упаковку брать. Я не знаю, что делать. Это на два раза. Может и брать ножки куриные, короче, 1,28 за фунт. Вот, наверное, надо будет расфасовывать в любом случае. И оно вот все такое похоже, что вот было замороженное, и сейчас его разморозили тут. Смотри, здесь это ты. Это ты. Две гармошечки за $20. Это нормальный вот вид, ты ж ребер. Тебе же там есть бэби, шмэби. Да нормально. Слушай, мяса много. Не жирно? Не, вроде бы не жирно. Фото точно фото надо звать гостей. Сам съем. Сам съем. А не треснет там что-нибудь, нет? Смотри, есть крылья и ноги, но они большие упаковки. Я обычно в HB по одной беру, а тут один раз съесть. А здесь надо все морозить, фасовать. Зато нет гормонов и стероидов. Надо брать, да? Вот это даже типа на скидке, что ли, сейл. 16,21 крылья, тара-та-та. Ярослав, мы берем большие такие упаковки крыльев и ног? Или не надо? Или потом возьму в HB? Цельные, да, нету партийных каких-нибудь. А я в последнее время тоже брала, да? Эти. Не, можно взять, они еще на каких-то скидках, только же, как мои гармошки. А твои гармошки тоже на скидках? Угу. Что, берем, да? Угу. Ну ладно, бери. Я просто не хотела так какой, много. Побольше, поменьше? Поменьше. А с ногами что делать? Может, хватит, может, крыльев пока достаточно. Еще вон ребра взяли. Все, ноги пока сегодня не будем брать. А, надо подумать, мне надо была одна курица. 243 еще. Мне надо была одна курица, а здесь их по две штуки. И они уже были заморожены и размораживаются. Или что-то, я не знаю. Может, я потом в HB посмотрю. Не будем брать. Меня уже Ярослав пугает. 16.
еще некоторые с этим, со скидкой, некоторые без. А я не хочу. Ладно. Мне там Ярослав пугает, уже сумма в чеке. Манго сальса. Надо это. Не знаю. Я еще, наверное, грудку, наверное, надо взять. Будет. Тут, короче, всякие вот эти вот штучки, как они биться, шмиться и намазки на них. Байтся, вот меня поправляют. Так, давай еще возьмем грудку и пошли. Какую грудку? Куриную. Курачу. Курачу, шмурячу. Так, и все. И тут ты еще бачил, сколько ребер? Эти уже вкуснее, не? Или такие же? Ладно, ты тут постой, подумай. Я пойду возьму курку. Грудку возьму. Так, главное, чтобы не взять тоненькую филешку. Так, поменьше надо, поменьше. Ой, мамочки, на, держи. Надо уходить из магазина, срочно. Мы пошли мерзнуть, давай возьмем творога, сметану большую. Масло надо взять. Давай вот это все-таки возьмем. А, молоко вроде бы есть. А, яйца надо еще взять. Ай-яй-яй-яй, холодно. Блин, ну у них тут были яйца другие совсем хорошие. Я не знаю, какие сейчас брать яйца. Great and large eggs. А, не нравится мне здесь яйца, не буду брать. Масло брать не будем, оно соленое. Может, и какого-нибудь такого? У нас совсем на нету дороге? Масла. Не надо. У нас совсем нету масла, да? Совсем нету. А это вообще свит крем какой-то, смотри. Ну, это сладко-сливочное масло. Не будем брать. Пойдем, холодно. И яйца не буду брать, они мне не нравятся. Пойдем. А вот сыра надо какого-нибудь дома. Совсем никакого сыра не осталось. Что же взять? О, вот этот надо взять. Вот именно здесь, в Цемсе, был вот эта гауда копченая, самая вкусная, где мы только пробовали. Ярослав, мы же берем копченую гауду. Только цемсовская была самая вкусная всех, что мы ели. Решили взять вот такой вот европейский чиз. За 12,28. Потому что больше ничего не нашли попроще. А мы нашли обычный нарезанный сыр. Мы, наверное, все-таки поменяем. Он дешевле и удобнее, да. Вот Бэби, по-моему, или даже не Бэби был, по-моему, вкуснее. По-моему, просто даже Свис. Или Бэби брали. А мы здесь брали, по-моему, какой-то. Давай Бэби тогда брать, потому что Пеппер нет. Чеддер мы как-то не полюбили, так что прям как американцы. Вот. И проволонь не надо. Короче, это оставляем, да, берем Свис Бэби. У нас дома уже не осталось ни хлеба, ни хлебцов. Поэтому решили взять вот здесь упаковку хлеба кето. Или кита. Как правильно? Кето, кето. Короче, вы меня поняли. Так, нам надо вода, Ярослав. Пойдем дальше. А здесь есть, кстати, наша любимая вода Озарка, потому что в Костке ее не было. А в H&B она намного дороже. Там в H&B, по-моему, меньше бутылок за такую же стоимость. А Ярослав думает, куда ему все это поставить. Давай коврик куда-нибудь на кошачий туалет положим и поставим туда воду. Только в Сэмсе мы видели вот такие вот большие упаковки омлетов 3 сыра. По-моему, есть в H&B, но там, по-моему, в упаковке 2 штучки, получается, невыгодно дорого брать. А здесь 8 штучек стоит почти $15. Возьму еще вот такую смесь. Blend blueberry, blackberry и rosberry на компот детям. Сканируй. Короче, еще возьмем упаковку бумажных платочков.
самую дешевую берем, мемберскую, сэмсовскую. Это вот 12 по коробочек стоит почти $13. Тут дети как начинают сопливить, так все уходит. Кто там пищит? Ярослав отсканирует и шепчет мне там сзади цену. Я понимаю, что мы как в Костко сейчас наберемся очень много. Не на $100. Короче, эти Костко и Сэмс — это какая-то зараза, где вставляешь кучу денег. И чиби съездишь, наверное, максимум 200 с чем-то. Чай такой будем брать или нет? Или будем компоты варить? Правильно, будем варить компот. Хорошо, вон уже новогодние календари из пива. Так, надо сейчас, надо быстренько сбегать в бакалею, посмотреть, что есть. Значит, томаты в банке хотелось бы, и эти бульон в банке для тушения. И быстренько пробежать и уходить отсюда, пока не ставили все денежки. Дошли до томатов. Это кусочками, да? Но мне хотя больше нравится, когда они пюрешка. А в других нет. А вот тут еще что-то есть. Здесь тоже этот. А это соус. Значит, не берем или возьмем хотя бы кусочками? Это брать, это выгоднее. Будем такой брать все-таки. Но это выгоднее, потому что ты видишь мемберская марка. Ну ладно, придется что-нибудь с ними делать. Не, ну так это нам хватит не меньше, чем на 3 месяца. Ну да. Просто что мне больше нравится, когда пюре, а не кусочки. Ну я согласен, мне тебе больше распушивать приходится. Пока Ярослав смотрит специи, пойду я схожу, посмотрю души, гели и самбукол. В сиропе для детей, когда начинают сопливить. А, Ярослав, нам нужен крахмал. Ты сам говорил, тебе нужен крахмал. Так я не знаю, будет ли он в этом отделе. Смотри. Во, я нашла для Ярослава душ-гель. Он таким пользуется, он с пайсом. Две упаковки за 12,48. Еще написано, что 20% скидки. Надо его подождать. Так, у меня садится батарейка, но я не помню, взяла ли я запасную. Так что если я отключусь, не обижайтесь на меня. А, кстати, здесь косметики намного больше, чем в Костко. И выбор намного разнообразнее, каждый раз бывает разное. И вот сейчас я вот увидела здесь набор за $14 из 3 бутылок для детей Body Wash. А, интересно, только Body Wash я хотела купить, я не посмотрела, что это, наверное, только Body Wash. Ярослав, стой, вот смотри, вот тут вот $13, две бутылки, еще написано 20% скидки. Ярослав решил взять просто Экс. Я вот увидела тут вот этот детское. Я думала, это шампунь, а это только этот для тела. Иногда бывает шампунь и бодивош. А, наверное, просто бодивош, наверное, не знаю. Или можно головой мыть, посмотри. Нет, просто написано это. Девушка, у вас шампунь есть? Только яичный. Ой, жалко, я весь хотел помыться. Это ставить, не вырезать твою шутку. Старые советские не идут. Ну тут только бодивожен. А вот это фуаминг, это что? Пенящийся. Либо пенистый. Ну голову не помоешь, наверное. Слушай, ну я ж мою. Ну это ты, это ж дети. Не надо? Не надо. Или взять, у них шампунь один. У них, наверное, шампунь один. Давай возьмем, пусть будет. Потому что такой вот не бывает, ну не часто встретишь детское. Шампунь Ярослав себе взял. А нету мена что-нибудь для мена, да? Ничего нету? Ты будешь брать классический шампунь и кондиционер. Я вот не люблю шампунь и кондиционер два в одном. Они мне не нравятся. Хотя я здесь, в Америке, еще не нашла такой шампунь, который бы мне подходил, понравился. Мне ничего не нравится. А я накуплю большие бутылки, и потом не знаю, что с ними делать. Что взял? Так там два в одном написано. Уход за скальпом.
Cotton Shoulders все два в одном. Или нет? А вот этот не написан. Один в одном. Просто шампунь написано. Все, берем. Короче, бутылка такая, сколько там, 38 унций стоит $13. Head and Shoulders. Так, надо найти самбукол. Деберри. Для защиты иммунитета. Витаминки. Что тут? Тут осторожно капает. Ну, не есть. Ладно, я пойду искать. Костка точно продается, а тут я не помню. Здесь самбукол только в жевательных конфетах, короче. Самбукол. А не знаю, я где-то дорого так. Может, пока не буду брать. Если бы маленькую баночку за $8, да, ну $22, 23 мне жалко за такую банку. Так, сейчас пойдем по снекам. Хочу найти детям что-нибудь в школу, чтобы менее калорийное было. Это у нас что? Давай смотреть калории. Это эти, чипсы, короче. Куро. 60 пакетики? Угу. Чипсы, да? Ну, воздушные шарики. Не надо нам такое? Я не знаю. Ну, давай, а ну с краю, если что, мы потом подойдем. Так, орехи, ну, может, нам не надо орехи? Наверное, не надо, у нас какие-то есть орехи. Да. Ярослав все-таки решил взять арахиса жареного, да, в соли, да, получается, местной марки, мембранская, сэмсовская, короче, 4,50. Мы, короче, решили все-таки взять вот эти вот такие воздушные шарики, потому что мы посмотрели в других этих всяких крекерах по 120, по 180 калорий в пакетике, а здесь 60 пакетики. Кстати, только здесь мы видели упаковки вот такой, такие вот джерки мяса, бифстикс оригинальный, они такими плоскими кусочками, очень вкусная, короче, сколько, 15 штучек, что-то я запуталась в весовке, короче, такая коробочка стоит $16. Еще решили взять на снеки вот попкорн в пакетиках, тоже в одном пакетике, только сколько-то, 70 калорий, как раз полежит до Хэллоуина, может, чтоб не конфеты. Нужно даже попкорн раздавать. В Сэмсе всегда больше было всяких выборов снеков разнообразных. Сколько мы жили, тут сюда ходили. Ой, мамочки, там уже, наверное, $500, да, Ярослав? Почти. Почти. Тоже всяких начосов, чипсов. И вон колечек, вон коробки какие, вот там и чеддеры такие, и луковые колечки. Чего там только нет, интересно, сколько там по калориям. Это уже мы уже начинаем загоняться на калории. О, 230-220, а мы выбрали полезное, там по 60-80 калорий в пакетике. Нет, здесь типа пакетики, в пакетиках вон кислые всяческие штуки. Mm-hmm. Это рапсовое масло, рапсовое. Да, уже конфеты на Хэллоуин. Ну тут, видишь, не одно шоколадное, здесь такие все жевательные. Ну хорошо. Но мы пока не будем брать. Так, ну что? А мы себе вкусненького что-нибудь будем брать, нет? Из вкусненького мы себе решили взять вот такую вот клубнику в черном шоколаде. Все. Ну как же себе не побаловать? Еще шли и не смогли удержаться. Купили за $7 такие вот прецель соленые в черном шоколаде. Вау. Ну что, озвучь нам цену. Ну, а я потом скажу, мне уже сейчас здесь не видно. Около 500. Вот так вот сходили мы в Sam's Club. 506, говорит, вот. Мы уходим уже на выход. Мне даже хватило батарейки. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Пока-пока. От вас лайки, комментарии. Всех обнимаю. Пока-пока.